Всем салют, варяги! И вы на канале Вагабонд. И что вы смотрите правильно? Вага-влог с нашей поездки в Казахстан. Поэтому ничего больше не говорю. Приятного просмотра. Фух, ну что, время 8 утра. Заказываю такси. Сбор у нас 8:20. Буду даже чуть раньше. Поспал, наверное, часа 4-5, если честно. Поэтому вообще не кайфуще. Короче, уже едем в аэро. Думали, что большая компания будет. Но тут всего 4. Чай, кофе, водичка. Тут всего 4 человека. Блинчики, сэндвичи, шоколадки. Более уже Бургер Кинг с утра убивает, поэтому вот такой вот ПП у нас. Короче, пригнали все уже в стойке регистрации. У Арчи нет билета. Влог. Арчи домой едет. Да, началось все, блядь. Сенсация-то стала, да? Сенсация, да. Но я понимаю, что она, конечно, сейчас уже просочится в ТГ-канал, но, пацаны, мало ли, кто не знал. Арчи билета нет. А, ну да. Арчи домой. Плюс одно вакантное место. Там, блядь, по хуям, мне кажется. Че? А ты чехол взял Marcelo Miracle? На халяву? Охуеть. У меня брат до сих пор, блядь. А чё, он сам кинул? На 14-м? А, да ты тогда жопу закрой, блядь. Я ещё не разговариваю. Нет, ты такой, ну чё? Карен пишет. Бля, как ты разговариваешь, говорит. Я в ахуе, говорит. Не, попроси. Короче, пацаны, ситуация следующая. Ты же сказал, да, вкинул про Арчи, что у него есть. Просто вкинул, да. Да, и Вага вроде был нападом, сейчас он опять переквалифицировался левого защитника, ебать. В моменте как-то странно, нет, блядь? Там где-то вратарь выйдет из строя, Вага такой, да, бля, я где-то играл в воротах же, блядь. Замена сычу. Опыт был, блядь. А чё, на? А ничего, ма, нормально, общайся, на? Чё, братан, я не хочу, не надо мне брать заёб с утра пораньше, хорошо? Не, ты знал, что Арчи не летит? Я там приехал. Ну, похуй, он сам летит. Короче, рейс задержали. Я растерял всех пацанов, пока искал, где могу похавать. Поэтому сейчас найдем, где упасть. Чуть передохну и будем ждать. Задержали на час лишним. Что поделать? У меня вот реально, наверное, лет 7-10 такого не было, чтобы задерживали. Всегда везло, я этим хвастался. Но теперь тоже попал в капкан. Пацаны, взял вот себе картошку, аккуратно оформил. А куда и профессионал именно? Он... чисто для сна, надо выспаться, потому что час поспал, блядь, вчера 5 часов, блядь, 2 самых сложных дня в моей жизни, блядь, клянусь. Перед Новым годом даже не так сложно было. Надо было все успеть, чтобы жинка себя комфортно чувствовала, пока я в отлете. 3 недели, чувак. 3 недели, поэтому одна чисто для сна, пацаны. А, нет, походу не одна, пацаны. На, старый. Спасибо, блядь. Пацаны, я вас наебал, короче, хуйня это все, блядь. 4 для сна. Тут даже соуса нет, блядь. Тут просто... Сколько он стоил, брат? А вон там сыр еще есть. Ну это пизда. Блядь. 5 сотен? Потому что у меня ноготь черный, да. Бля, ну это шиш, да, блядь. А может, можно попросить кетчуп или его платно дают? Платно. 150, да. Ебать, вообще. И так, ну невозможно жевать. Ну сухой, блядь. Типа... Ну попроси соус у них. Посмотри на. Когда говоришь? Сейчас. С Новым годом, синьян кайле. Синьян кайле. Да, синьян кайле. Пацаны просто сказал беги, что болит спина, что он делает? Бля, это лучший человек. Слава богу, он едет. Спасибо большое, братец. У окошечка взял? Пацаны, сейчас пародия будет, у окошка сяду тоже. Да вот, Боря, вот 40 центов. Просто в самом конце. Игорь, ты в центр, брат. Чуваки, первый раз. У тебя какой? Сука, не думай, блядь, пацаны.
Ехали несколько часов в посадку, наконец-то сели. Сейчас фильм скачал. Фильм скачал, бля, гений. Я про все забыл, если честно. Одну игру только скачал, с тобой серфер. О, видишь, друг другу подсказываешь, это круто, Макайс. Какая хорошая в дороге. Subway first. Но я шахматы еще взял. Subway. Но я думаю, они быстро надоедят. Короче, заметил такую вещь, что типа... Ну, вот я этой авиакомпании летал уже несколько раз. И тут, конечно, у них, как сказать, отношение такое, типа, со-со. Немножко плевательское, может быть. Вот, например... там, условно, бардачок открытый и так далее. Вот из таких вещей, из таких мелочей, на самом деле, очень много всего складывается. Ну, а потом, если все вот вспомню, я соберу в одно место. Еще 50 на 50 делаем, брат. Еще чуть потом, да, еще потом. Че говоришь? Говорю, колу хочу попить. Все красиво делаем. Давай обзор на еду. Помидорки, рисочек, курочка, вкусненько вроде. Эйтона не хватает, да? Ну, ланчбокс огромный. В целом. Эйтону понравилось. Че, чуваки, типа, в целом норм, я думаю, по наполнению. Другой вопрос, что по вкусу. Больше не хочу дальше открывать. Приятного мне, Арчи. А мы летим дальше. Димаш, брат, что тут интересно, просто интересно. Что интересно в этом блоге, прям. Мама, окрашивай. Пацаны, это в гейте. Я зря куртку не надел, но пока слишком жарко после самолета, вы выплюнулись. По местному времени уже сколько часов? Наверное, 6. Слава богу, сегодня тренировки нет, двигаем в отель. Да, молодец. Хорошо, базаришь. А? Ничего. Че сказал? Ничего. Круто, ты крутой оператор хотел сказать. Че, зассал? А? Зассал? О, без локоть кошки пользуется. Ладно, посмотри, какой он большой. Опухоли. Чуваки как-то так встречают всех абсолютно, угощают. Викторович уже потребляет. Со скайпом слон снимает. Здравствуйте. Эти сутки работаю с СММщиком, Саша не поехала, поэтому попросил его поснимать. Пора, наверное, крапа подснять, да? Я уже поснял. Давайте фотку сделаем, пойдем, да? В общем, как так, все приятно, все чинно, гладко. Че, Вага? Вага, приехал в Казахстан легковый. Все сказал? Че, кайф? Да, бомба. Спасибо. Ремес, топ. Ой, бой! Давайте автобус, я приеду сейчас. Ой, бой! Долбоёб, бля! Ой, бой! Дураки, блядь! Это Вага влог! Ой, бой! Будем говорить? Да. Бля, в Казахстан рад вернуться, пиздец, бля. А ты что, казахи охуенные? Бля, буду. Он за Абике натопил, чтобы нам подписали. Да. Один я. И поменяем? Симку купим, мы идем, брат. Там говорит. Девочки, вы упали. Что скажешь? Бля, у тебя притик клевый. Стиль. Как ты говоришь? Пиздевая. Пиздевая. Короче. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики. Глаз ебаная. Хочу плов, брат, хочу руками съесть. И в компы. С маслом такой, чтобы можно было посмаковать, нет? Кого? Кумыс. Кумыса хочешь? Ты сам пей его один. Я, кстати, кумыс. Нет, я попробовал бы чуть такое.
Ну это же алкоголь, ты знаешь? Чувак, я не знаю, что это принесло. Ну, типа я слышал, что это алкоголь, мне хочется попробовать, что это. Базар, правильно. Это реально алкогольное, да? Да, но там есть градус какой-то некий. Ну, мне хочется попробовать. Лагать, блядь. Блядь, Дед Мороз сидит именно с подарками. Я видел, да, на морозе, он хрустел. Давай, лага, блядь, ты сидели, пиздели. Вот и все, лага. В итоге белый тут паркуется. Припечатали меня. Че, как погода, Степ? Что-то. Ну а моим партнером является надежная компания «Леон», вместе с которой мы уже достаточно долго сотрудничаем и которая меня поддерживает во всех моих, так сказать, начинаниях. А вы можете поддержать меня, перейти по ссылке в закрепленном комментарии и по промокоду «Вагабон» получить до 25 тысяч. Ну, просто так, поэтому ныряйте, забирайте удачки. Я-то шиноби. Да, я охуел от холода. Пиздец, меня проморозило. Трескается. У меня руки, блядь, просто охуели. Пацаны, вот сходу с Эдом в одном номере. Быстрый рум-тур, не задерживать никого. Какой-то мешок в подарок. Ну-ка. Понял, там фен. Ну, типа, чехол для Ваги, да? Чехол для нас. Так, здесь что? Вот, типа, такие двери. А если я хочу просто закрыть шкаф? Странно. Ну ладно. Как свет включается, я не понял, но кровать типа для одноместной реально большая. Часы, телефон. И шиш, чай есть. ТС, блядь, сливки, все, короче, вода. Очень уважаемый телек, нормальный. И вид, блядь, ну, короче, даже с ней будет видно. По-моему, для вида охуенно. Потише делал, но все громче. Давай, наваливай, родной. Упа, раздеваешь. Не, ну я-то их видел, это все понятно. Но вам-то надо оценить. Так, что сразу на цену? Как всегда, блядь, толчок без света абсолютно. Классическая история. А вот душ уже... Оп, на 50 человек. С кубриками, шлангами. Короче, все в порядке, все с кайфом. Бежим на тренинг. Кстати, сауна тоже присутствует. Ну, понятное дело, не работает. Хотя можно включить. В общем, погнали. Сумасшедший. Это лучше, брат. Пацаны, сори, я хотел поснять, но Виктор тысячу, говорит, заберет, оштрафует, поэтому пока. Все, чуваки, трешка закончилась. Как понимаете, там особо с нее нечего снять, потому что все, у нас официально уже штрафы, если телефон используешь или любые другие устройства на тренировке. Поэтому у нас максимум оператор был, но он был занят своей работой, и я его не смог подтянуть. Сейчас мы двигаем в отеле, обед, и потом, наверное, сон, и готовимся к завтрашней игре. Слышь, а спарку вот этот кто? Что-то там, я, как я вижу, там не играют рейнщик, там, блядь. Ну так, блядь. Короче, после дневного сна у нас сейчас игровая такая установка, небольшая теория, после которой уже будет ужин. Я не знаю, я лично немножко подваренный после сна. Меня сюда доставили, ну, блядь, нас атакуют двое, трое, блядь. Ну, я вот сюда подстраиваюсь, это крайний хаб. Защитник подстраивается, опорник подстраивается. Я вот этого не люблю говорить, но если люди хамят, надо отвечать адекватно. Я вам слова не скажу. Это война. Они сказали война, получите войну нам. Я вас не призываю бить, но если начинается, все вместе, все вместе, никого в обиду не даем.
Если судья будет вести себя нормально, то претензий не будет. Если будет плохо вести, остановимся и скажем Дидару. Будет ответ на первый нахуй. Ой, блядь, ничего не меняется. Четкое время установки поставили. Кто брат опоздал? К? Р? Эй, пи! Но всего на 2 минуты. На 2 минутки, да. Так что парень растет, парень растет. А мы двигаем на ужин. И дальше все увидите. Спасибо. Открывай. Но она, кстати, вкусная. Все, с тобой 10. Вот здесь, слева, вот здесь. Поделимся. S-Clay. Кайберс S. Что там? Cyber S. Бля, сегодня в разносе, ладно. Она молочная хоть? Уфа-ля, как он тестировать сейчас будет. Бери, пацаны, кто будет? ЖБ, американо, какой стед? Да, не с ними. А вот он зачем? Ну, сред вот этот, понял? Капучино! 4-4! Капучино! 4-4! Капучино! Салатик! Берите шоколадку. А то Арчи сожрёт, блядь. All my friends are toxic, all so rude. Бумаги. Эй, кому нужна вода? У меня есть бумага. Поэтому Арчи сожрёт. Я готов. Давай, готов. Погнали, брат. Ты можешь... Хочешь меня своим рэпом впечатлить, напичкай речитатив чем-нибудь значительным? Ну что, чуваки, время часов 11 уже. Полдня проспал. Завтра уже игра, надо морально готовиться. Сейчас вот вышел единственное быстро в магазинчик. С Эдом решили немножко фруктов заточить на ночь и укладываться на боковую. С утра пораньше позавтракать и поехать помочь Эду сделать кое-какие местные необходимые документы. Необходимые для получения банковской карты. Потому что с наличкой, честно говоря, тяжело ходить. Если по чуть-чуть менять, каждый раз замотаешься. Если сразу много, то очень быстро теряешь счет деньгам, потому что непривычно. Условно, когда ты привык там, что бутылка воды стоит 50 рублей, а тут она стоит 600, и ты вот немножко теряешься. Вот. А когда карты платишь, чуть попроще, расходы все видны. Убавил снять. Ой, блядь, понял, снять. И уйдешь. А то, что он как хер знает, кто выглядит. Сними себя, братик. И в тапочку. Ты спал, я вот с ногтями вот этот кайф, нет? А он свежий. Набрасывай. Генрих Мхитарян курильщик. Пацаны, я ноги брею еще, не фу, ты что, ноги бреешь, блядь? Охренеть. Сними его, блядь, вид нахуй. Охренеть. Они у меня выглядели, у меня выглядели. Это у меня белые волосы. Он на апелляции ходит, сейчас он в бикини. Фу, блядь. А что у тебя реально с лицом? Почему ты не хочешь? Серьезно, спрашиваю. В целом, блядь, что у тебя с лицом? В целом. Нет, я... Бля, был сразу огрызается. Я спокойно спрашиваю, если чего у тебя. Хули ты прищава и его. Такой маленький тюк, блядь. Да, сори за не самый свежий вид, но просто решил записать, как мы пришли на предактивацию, показать вам зальчик, который находится у нас прямо в отеле. Вот здесь такая зона для полотенец, водичка, там всякие приборы, emergency, диспенсеры всевозможные, беговые дорожки несколько штук, 3 штуки, эллипсы, велосипеды, различные гантельки для подтягиваний. Здесь, возможно, можно футбольчик какой-то врубить. Ну и теннисный стол. Я кайфанул лично такой. Все, буду 100% играть, но нифига не нашел ни одной ракетки, поэтому придется спрашивать, и тогда можно будет с кем-то зарубиться. Если зарубимся, обязательно подсниму, как я кого-нибудь раздену на желание. Ну, а может, разденут меня. В общем, как-то так. Готовимся к игре. Ну что, чуваки, выспались как только можно, отдохнули. Сейчас идем на установочку уже минуты
5-4 осталось до нее. Вроде не опаздываю. Я подремал, вообще, я не спал, просто дремал. Потому что ты храпишь, ты меня заебал. У меня телефон, и два телефона, пацаны, на максимальной громкости, блядь, звонят, звенят. Если ты меня отдохнешь, короче, я понял, блядь. Поэтому он ждет Кутуза как можно скорее, ну, а мы... А у нас тут Боря. Здорово, пацаны. Это кто там? Мы уже закрывай, да, быстрее? Едем, конечно, едем, блядь. Никого не ждем. Бля, по тейп никогда нихуя нет. Не взял. Нет, по тейп не взял. Да. Какая борьба, не бить, ничего, сзади ничего, ребят, сразу бывает. Не надо, мы в футбол приехали, а не мстить там за что-то. То, что было тогда, все, это уже закончилось. Позиционный. Самое главное, вот это вот, что мы обороняемся на своей половине, да? Все смещаемся. Вот эти вот передачи, упражнения, помните? Все, все, удачи и готовимся. Пацаны, это чтобы вы понимали, еще достаточно прилично времени остается до начала игры, а типа трибунки уже забиты, и их еще и не пускали сразу сюда. Пацаны красавчики, блядь, поддерживают норм на разминочке, это очень приятно, но пока так, аккуратно, потому что они понимают, что играет сегодня их команда из их стороны, поэтому немножко не раскрылись еще, возможно, где-то. Но я думаю, пару голов и трибуны, бля, они просто блистать, орать будут, и будет полный экстаз, поэтому сегодня 100% будет очень хороший день, очень хороший матч. Запомните, розыгрыш, вот, встаем под удар, значит, сэр. Много людей пришло посмотреть, просто на самом деле желают немножко спуститься на самбо, но двукратный чемпион, и все понятно, все здорово, но, блядь, Новый год, это в том осталось, уже никто не помнит, поэтому, мужики, всем желаю удачи, главное без травм, вперед, Тудрос, братва! Салют, салют. Пока бунт. Сейчас сними всех. Вот ты ребенок, который рядом с ними стоит. Конечно, да. Футболист настоящий. В Лигу чемпионов. В реальном футболе. Пацаны, ну что? Новый год, новый путь. Но в который мы заходим. Против нас сегодня будет разное, как вот этот громкий голос, как трибуны, которые будут, да, естественно, гнать своих, но пацаны. Как я и тогда говорил, мне это СД нихуя не нравится. Я хочу их сегодня разъебать! Давайте, пацаны! Поджог-то какой. Довольный сейчас идет. Блять, две атаки уже, сука, миллиард процентные, пацаны. Хуй его знает, когда гол уже будет, но чувствуется, что он близко. Прям запах гол уже присутствует. А тем временем, блядь, трибуночки-то заполняются. Смотрите, что пацаны устроили. Их всех засадили на одну трибуну, типа на ту, но они перешли, красавчики, чтобы поближе к команде быть. Это вот именно преданные пацаны. Перед ударом, и сейчас он их преодолел. Гол, нахуй! Че, первый тайм окончен, 1-0, слава богу, травма это не закончилась, он встал на ноги, все хорошо.
Сейчас, скорее всего, большая часть игроков будет заменена. Поэтому все на разминку, и, скорее всего, я тоже на всякий случай. Что ж, как-то так выдалась эта поездка, которая еще не окончена. Первый матч. Да, я не показал все абсолютно с игры, потому что ближе ко второму тайму я уже разминался. На 60-й уже вообще вышел, то есть снимать было Unreal. Основной, конечно, задачей было показать, что и как проходит непосредственно вот с момента приезда, до матча, после. Вот. Насколько вы поддержите этот видос, настолько велика вероятность, что влоги еще выйдут, и уже будем именно внутрички какие-то все больше и больше раскрывать. Кому-то в комнатку зайдем, посмотрим, кто какой чистюля. Поэтому здесь очень много лайков, я вас очень прошу. Прям планку определенную ставить не буду, но жду от вас поддержки. Обязательно комментарии по любому поводу постараюсь по максимуму ответить. Ну а вам спасибо за просмотр. Подписка, лайк, комментарий, ну и в телегу. Переходите, всех там жду. А на этом всем пока, до следующих видосов.